Трагедия на Мясницкой, по мнению представителей Общероссийского народного фронта, можно было избежать. Дело в том, что саратовские активисты еще в 2014 году обратили внимание на этот дом. Несмотря на общее плачевное состояние, дом номер 7 оказался разделенным на несколько литер, часть из которых были признаны аварийными, а про остальные просто забыли. При этом активисты отмечают, что они не раз выступали организаторами встреч жильцов с представителями профильных министерств и районной администрации. Именно часть вот этого красного дома под литерой, она никуда не попала ни в какие программы и не была, главное, признана аварийной. Вот проблема в чем заключается. Аварийности как таковой там не было признана. И после всех наших действий, разговоров, неоднократных выездов, никаких действий, которые должны были последовать со стороны органов муниципальной власти, их не было, их не произошло. Активисты даже нашли специалистов и деньги на проведение необходимой экспертизы. Однако, по словам представителей ОНФ, со стороны ответственных чиновников обратной связи снова не получили. Мы связались с врачами ожогового центра и с представителями Следственного комитета. Личности погибших пока не установлены, а пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.